Вообще Земля наша планета такая красивая, такая разная, такая удивительная. Хочется ее беречь, охранять. Хочется ее видеть, чувствовать, слышать. Вырваться из городской суеты хочется туда, где тихо-тихо. Звенит тишина. Я впервые приехала вообще одна, вот в гости к своим близким друзьям. Полностью отдалась на их усмотрение, на то, что они много здесь везде были, много красивых мест видели, обещали показать что-то необыкновенное. Я сказала с удовольствием, куда меня отвезете, там я буду счастлива. Так и получилось, то есть я то, что увидела, я никак не ожидала. Длины эти цветные, какие-то сказочные. То есть я видела фотографии, я слышала какие-то истории. Но то, что я увидела сама, оно превзошло, конечно, все ожидания. Мест очень много и очень разных. Что самое сильное? Самое сильное. Наверное, Шекельмес, потому что вместе с Зайсаном, вот и вместе, не отдельно глина, отдельно Зайсан, а вместе, когда ты в одну сторону смотришь, у тебя... Море это бескрайнее, хоть это озеро, но оно мне очень море напоминает. В другую сторону оглянешься, не сходя со своего места. Там эти необыкновенные пейзажи. В третью сторону посмотришь, там солнце садится в закате. В общем, фантастика на самом деле, фантастика. То есть здесь и сейчас сразу все. Вот это очень интересное состояние. Обычно люди едут куда-то зачем-то. Зачем там к морю, за морем, там, за впечатлениями туда-то. А здесь не надо даже с места сходить. Этих впечатлений очень разнообразных, огромное множество. Удивительно. Я совершенно не ожидала, что эта жизнь может быть в этих глинах. В Шекельмесе такие цветущие оазисы необыкновенных цветов мы видели. И жизнь именно там насекомых, птиц, зверюшек. Как они там, я не понимаю. Я думала, что живут в лесу там или, ну, не знаю, в степях, где там трава, еще что-то. Но когда вот песок и там все растет, как там там растет, откуда оно там черпает силы, вот этот жизненный источник. Это тоже потрясение, кстати, одно из не маленьких. Когда именно вот вроде ниоткуда и вдруг живет. Мы, кстати, вот когда сейчас были на Селеутасе, там скалы, и на одном из огромных-огромных таких камней, плита каменная, там трещинка небольшая, туда ветром набило почву, там береза растет, береза, настоящий ствол уже такой толстый, просто на камне, вот как жизнь, удивительная штука.